На минувшей неделе в Канаде завершился финал Гран-при по фигурному катанию этого сезона. Взрослая российская сборная спортсменов завоевала на престижных соревнованиях 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Юниоры получили все призовые места в женском турнире, танцах на льду и соревнованиях спортивных пар. Будущих чемпионов по фигурному катанию готовят и в Ульяновске. 4-летняя Полина и 3-летняя Валерия занимаются в одном из городских клубов по фигурному катанию. Малышки уже успели освоить базовые элементы в этом спорте. Несмотря на свой еще совсем юный возраст, в будущих чемпионках сочетаются детские мечты и осознанные взрослые желания. Расскажи, почему ты сюда ходишь? Потому что мне нравится, и я хочу выступать. А ты еще не выступала? Нет. Мама, что, у меня даже это, вот новый конец, но мы пока платье еще не купили. А как часто ты ходишь на тренировки? Каждый день. А тебя хвалят вообще? Да. А что обычно говорят? За то, что хорошо катаюсь. А какой твой любимый элемент в фигурном катании? Перебески. Кто хочет, чтобы тебе Дедушка Мороз принес? Свинку Пеппу. Звездочек-фигуристок с 2,5 лет воспитывает мастер спорта по фигурному катанию Анжела Макарчан. Ее подопечные становились призерами и победителями соревнований в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде. Очень талантливые маленькие 3-летки, но очень талантливые девочки. Готовятся на первые шаги. Вот у нас в Казани будут соревнования, они будут выезжать тоже. Готовим программу пока, платье, музыку. 9-летняя Карина Оганесян занимается в старшей группе клуба. Всерьез фигурным катанием увлеклась 2 года назад. В прошлом году на соревнованиях юной фигуристы в Казани девочка заняла 2-е место. Розовая мечта Карины – покорить все 2-е прыжки. Когда было чуть-чуть поменьше, мы смотрели парное катание. Мне понравилось и хотела заниматься. Со слов тренера, секретов подготовки будущих чемпионов нет. Главное – это подход. Но важно каждому спортсмену подобрать свой. Рената Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.